А вот это наша так называемая Виндикси Плаза. Первая от моего дома. Это реклама. Пицца, домино. American's Dinner, Денис. Там вот у нас Home Depot. Там вот. Так, что у нас есть? Игуана. У нас есть игуанка. У кого-то курочки бегают, у кого-то голуби, у кого-то воробьи. А у нас игуана по парковке ходит. Вот так пошла она парковаться куда-то. Не знаю, куда она пошла. Или в домино пиццу пошла. Или в Денис вот этот пошла обедать. Не, не обедать, завтракать. О, там где-то петушок проснулся. Наверное, я сейчас ее покормлю. Что у меня есть, интересно? У меня есть проволон чиз. Сыр проволон из Италии. Ты будешь сыр проволон, игуанка? Ну-ка, игуана. Нет, она травку предпочитает. Игуанка. На. Ну-ка попробуй проволон чиз. Сыр. Это сыр. Игуана. Эй, игуана, ты чё, итальянский сыр не ешь? Эй, свежий сыр. На, поешь. Игуана. Игуана. Я ж тебе сыр принес. Эй, зверь. Не, она траву ест. Представляете? Она сыр не хочет. Она хочет траву. О, такая зверюга. Я ж тебе еды принес. А ты? Эх ты, хвостатая. В общем, вот такие игуаны ходят у нас по парковке. На. Бум. Замерла. Вообще не реагирует на сыр. Э, зверь. Прям на лапу положил. Ты чего не ешь? Вот такая средних размеров игуана отказывается есть сыр. В общем-то, они раньше сыр ели, а сейчас чего-то не хотят. Ползет к моему сыру. Но игуанище. Чем яички они любят, я знаю. Капусту любят, травку. Но на завтрак, видимо, предпочитают больше траву, чем сыр. Эх ты, игуана. Ладно, пошел я. Зверь. Пока.